дела не сделаешь. И безжалостность — это норма, ибо с той стороны может оказаться такой же безжалостный к себе противник, а значит, тем более к тебе. Вот так воспитывают этих хищников. С 5 метров по своим боевыми патронами. Потом сразу встречный бой. Патроны тоже боевые. Малейшая ошибка, и кто-нибудь поймает пулю. А это занятие действующих офицеров спецназа ГРУ. Поэтому большинство учеников, прошедших многие горячие точки, держатся позади камеры. Инструктора представили так. Подполковник Александр Лавров. То, что вы сейчас увидите, один из них назвал спецназовской данью учению Дарвина о естественном отборе. Вот смотрите внимательно. Человек пришел учиться. Он просто взял разряженный ствол. И он против него сработал. Смотрите внимательно. Вот это элемент очень интересный и очень серьезный. К нему надо относиться очень серьезно. А теперь смотрите разницу. Это психологический, есть такое понятие, психологический отбор. Мы сделаем раз. Да, мы рискуем. Сначала мы ставим на вариант задержки. Но потом патроники. И то же самое происходит, даже еще лучше, если человек психологически готов. А теперь смотрите внимательно. Все то же самое, но пуля может быть во мне. Логично? Вот так учат спокойно думать и рассуждать, когда на тебя направлено заряженное оружие. Сейчас на ваших экранах настоящий рукопашный бой спецназа. Похоже на каскад трюков, но посмотрите в замедленной съемке. Это ведь физика, которую мы так торопились забыть после школы. А значит, хорошее образование и годами тренируемый мозг для спецназа куда важнее пудовых кулаков. Вот хотя бы самое простое, но придумать такое разве доступно зомбированному головорезу? Бросил его! Куда я один раз? Система обыска. Руки у меня свободны? Свободны. Беру автомат. Вы спецназ? Этого мало кто знает. Он никуда не денется. Ногу. Веду. Согласны? Им прикрывают. Это занятие нам разрешили снять только потому, что одновременно его демонстрировали инструкторам американского спецназа. Ну и показывали поэтому не все, лишь азы. Но и эти азы шокируют. Я потихоньку сейчас наступлю. Я боюсь ему просто сейчас нарушить здоровье, больше ничего. Шаги делаю. У меня в шаге. Я просто зацепляю его. А это вообще не хотели показывать. Искусство элиты – бесконтактный бой. Можно не верить. Нам никто ничего доказывать не собирался. Они это уже проверили в бою. Вот так можно 15-20. Как ни странно, такое искусство доступно любому человеку. Поэтому методы обучения держатся в строжайшей тайне. Допуск к ним – это уже принадлежность к элите. Американский морской пехотинец не верил в реальность происходящего. И вот так просто ему теорему нашего спецназа доказали. Ау!